Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Ника Калар. Если она вот так с вами здоровается, привет, 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 то с вами Broken Sword, сломанный меч, сломанный дракон. Короче, я вроде как смог настроить управление под эмуляцию джойстика, потому что, короче, очень неудобно. И теперь мне вроде стало комфортно играть. Теперь я могу спокойно бегать и напрягать. Так, стоп. Что я нажал? Вверх случайно. Короче, не напрягать свои булки. О! Как раз мы видим машину, да? И теперь мне вроде как стало удобнее теперь гонять. Да. Так что ставьте чаечек, кофеечек. С вами Казуков Фэмили. Вот мы видим красный ягуар, дружочек. Приступим к прохождению. Приглашайте друзей, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, а мы пытаемся теперь работать с джойстиком. Да, теперь намного удобнее, потому что я трогаю пимпочку. Да, я трогаю пимпочку. Я бы хотел другую пимпочку трогать, но... Ну да, не судьба. Так, я тоже, кстати, сижу в очках. Что-то последнее время мое зрение дает мне немножко просраться. Это все время игр. Потому что я со скольки? Ну, так, подожди. С 11 лет, по-моему, в играх. Мне приставку, когда купили, PlayStation. Я, по-моему, рассказывал когда-то видео, типа показывал вам эти, как его. Так, подожди, а субтитры включены? Стоп. А как меню вызвать? Меню. Так, стоп. Меню. Так, стоп. Самое. Escape назад. Да, вот, кстати, сабы важно. Такс. Ну, вроде бы, как я уже к управлению привыкаю. Так, стоп. Сюда, да? Давай. Лара Крофт, блин. Ника Крофт, да? Так, а подожди, а нам в какую сторону? В ту или... Да, все-таки в ту, бля. Вот, кстати, та ёпарас это... Кстати, если... Короче, если бы это была Лара Крофт, то там бы были какие-то ништяки, где мы сейчас... Ну, куда мы сейчас, типа... Вау. Нифига себе. Я бы даже такой бы, в принципе... Скринчик бы сделал. Так, сейчас. О, отличненько. Только что-то как-то, я скажу, тиховато. Так, подожди. Давай, спускайся, ну. Да шевели жопой. Отъела, блин, жопу свою, Ника. Да, хорошо, что я не зову ее Николенина. А то бы меня Николенина потом бы в комментарии написала бы. Кто тебе сказал, что я отъела жопу? Да я своему парню пожалуюсь. Ну, если, короче, все поняли, кто какая Ника Ленина. Но анимешники знают. Так. Но я против нее ничего не имею. Она красивая. Вот. Да, и Анкорд, в принципе, ничего. Ха-ха. Да-да-да, Анкорд, это тебе это... Как его? Это была опасная игра. Но мне блядь. Ну что же. Я отвязала щит, и ничего не произошло. Может, он застрял внизу? Спускаться вниз? Ты серьезно? Я уже отвязала щит. Бля, еще и вниз спускаться. Бляха-муха. Ребят, ну предупреждайте о таких нюансах, что теперь мне нужно этот щит отвязать. Блин, вот эти заморочки с отвязыванием, вот честно. Бля, у меня аж это, нос зачесался. Стоп, а как туда попасть? Как на ту сторону попасть? Алло. А где тут спуск? В Гнарнию, да? О май гад. Теперь с той стороны... Блин, ну вы... Да твою же мать, отвали ты от этого. Вот что-то пимпочка иногда не те действия выполняет. Меня это дико раздражает. Но, знаете, ребят, вы, наверное, спросите, а чё... Да ёпарас это... Типа, а чё ты джойстик подключил?
Ребят, я вам объясняю, я привык играть с джойстика. Не во все игры, если это какая-то стрелялка, то вот именно стрелялки с джойстика мне идут очень, не очень, да. А вот если всякие квесты, такие вот, как Broken Sword, так, я не против. Тем более, раз в 3D насладиться управлением с... Да, с управлением с джойстика, почему бы и нет? Вот почему бы и нет? Если у меня есть возможность не насиловать, грубо говоря, клавиатуру, да? И чё мне теперь делать? Как проходить? Ну, там тупик, а все, эти леса только тут? Пипец. Блин, ну-ка, теперь обходить, искать обходной путь. Я манал. А знаете, как сказать, какие-то смешанные чувства про Broken Sword? Типа, вроде прикольно, перешли в 3D, какое-то управление стало более, наверное, как в этом, в Резике, да, там третьем, кто знает Резик. Но реализовано это, ребят, ужасно. Ладно, если бы я знал там год 2000-й, но когда это видишь в 2003 году, когда были очень другие крутые игры, ты такой думаешь, да. Вот примерно такие ощущения про Broken Sword в плане реализации управления. Я не знаю, как так можно было сделать. Кстати, там лестница, она куда ведет? Мы вроде вглубь туда шли, а может... Стоп, или наоборот. Я уже запутался. Так, подожди, может попробовать... Алло. Чё, с другой стороны подняться? Ну, так и думал, да. Так, подожди. А как на те перейти балки? Ты перепрыгнешь? Ура! Она перепрыгнула балки. Я так и знал, что нужно эти балки перепрыгнуть. Мне, кстати, это уровень напомнило в Ларри Крофт. Кто помнит, Токио. Там примерно такая же система была. Так, подожди. А что мне теперь с этим, типа, делать? Ящиком? Я не пойму, ящик мешает... Чему-то или чему ящик мешает, не пойму. А, подняться в смысле... А ну-ка. Давай попробуем. Или ближе его подкатить. Так, стоп, 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 куда ты его? Нет, надо туда все-таки один раз. Так, вот. Давай. Вперед. Навстречу приключениям. Та ёпар... Вот о чем я и говорил. Жмешь резко вправо... Она соскальзывает. Наконец-то. Вот она, эта херня. Ну. Снизу щит держали металлические скобы. Давай. Ну-ка, ой. Давай. Да, и то, что она не оптимизирована, это пипец. Получилось. Вроде бы типа... Каждый мой шаг грозил смертью. Ну и что? Все равно я ощущала себя так, словно мне уже вынесли смертный приговор. Подумаешь, витрина упала, да? Господи! Еще бы чуть-чуть и... Я оказалась в ловушке. Назад пути не было. Ага, вниз мы не можем спуститься. Единственный вход это сюда, да? О, крыша Парижа, мне нравится. Так, подожди. Чё? Я не могла открыть дверь. Кстати, это реально... Я понял. Это, короче, Виктория Макферсон. Я вспомнил, как зовут персонажа Still Life. Это реально озвучка той же актрисы, которая играла эту, Макферсон. Это по-любому Макферсон, я уверен, на 100%. Это Макферсон. Это голос Макферсон. Кто играл в Still Life, тот знает. Ну, может быть, мы когда-нибудь Still Life пройдем. Так. Сюда, что ли? Нет. А куда?
Сюда? Да. Да. Я угадал. Так. И что дальше? Как мрачновато-то. Посмотри, а. Как будто, знаете, ребят, призраки. Вызывайте этих винчестеров. Так. Ёпарасете. Ребята, можно меня так не пугать? А, вдруг я это... Страшненько. И чё, вниз, что ли? Да? О, мне кажется, сейчас что-то будет. Так. Так, подожди. И где у нас перезапись была? Была, да? Чё? Я сейчас заметен, да? Нет? Я заметен? По-моему, да. Или нет? Кто-то шел сюда. Мне нужно было спрятаться. Выбора у меня не было. Оставалась только витрина со сладостями. Я буду тосковать по Парижу, моя дорогая. Он был прелестен, не правда ли? Я никогда его не забуду. Но в городе становится неспокойно. А эта база нам больше не нужна. Когда мы уезжаем? Скоро. Все идет совершенно так, как я и планировал. Разумеется. А! Ой! Кажется, у нас гости. Это здесь проходит прослушивание? Опять ты. А, значит, это та самая девушка. Петра, моя дорогая, ты должна нас представить. Нико Калар, сеньор Сусара. Мы никогда раньше не встречались. Однако, наши жизненные пути уже давно успели пересечься. И это не к добру. В вашем случае, это несомненно так. Флэп? Он же ее бить бы не стал. Итак, мы с Бруно приехали в Париж. Я был здесь впервые с тех пор, как... В общем, с тех пор, как был здесь последний раз. Я шел по следу Сусарро из Силы Дракона. Мы дождались темноты, и Бруно повел меня переулками в то самое место, которое казалось ему подозрительным. Я ждал, пока он сверялся с показаниями своего таинственного устройства. Мои подсчеты указывают, что это то самое место. За этой стеной? Вы уверены? Моя машина говорит, что это здесь, и у меня нет никаких оснований в этом сомневаться. Окей, давайте проберемся внутрь и посмотрим, что к чему. Нет, я туда не пойду. Я сказал, что приведу вас сюда, и я именно это сделал. Внутрь я не пойду. Бруно, вы просто параноик. Нет, паранойя – это только когда за вами никто не охотится. Ладно, Бруно, оставайтесь здесь. Да, теперь играем за... За этого. Не это на Стобарта, да? Да, я пошутил. Да. Снова Париж. Ладно. Так, подожди, по-моему... А подожди, с ним потарахтеть можно еще? Так. Бруно, вы уверены, что это то самое место? Да, это место, на которое указывает машина. Да, если уж машина сказала, что это так, не мне было спорить. Ага. Так. Итак, Бруно, что это за место? Назначение этого здания не играет роли. А что я ищу? Понятия не имею.
А значит, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Да. Это одна из ваших остроумных шуток, не так ли? Может быть. Ну как оно, Бруно? О, все оно чики-поки. Если не считать того, что у меня есть сумасшедший, который пытается меня убить. Уверены, что не хотите пойти со мной? Я думаю, я лучше останусь здесь, спасибо. Понимаю. Насколько можно полагаться на эту машину? Я хочу спросить, сколько этих силовых станций вы нашли с ее помощью? Вы ничего совершенно не понимаете. Это не вопрос понимания. Это вопрос доверия. Так, ладно. Больше он нам ничего не скажет, да? Так, подожди. А куда нам идти? В ту сторону, где впереди, что ли? Ну, давайте попробуем. Чё? Дверь была крепко заперта. Мне нужно было искать другой путь. Стоп, брат, я понял, я просто... Да ёпарасоте. Я просто проверил. Так, что тут у нас? Сюда, походу, да? Так, а куда ящик двигать, вопрос? Куда? Стоп. Так, ящик, ящик. Сюда, сюда? Серьезно? Подожди. Кстати, мне единственное, что тут не нравится в этом Broken Sword, что надо с разных сторон идти, чтобы двинуть этот ящик. Так, стоп. Куда ты его двинул? Не сюда, наверное? Или сюда? Подожди. Типа с той стороны мы уже двинуть не сможем, да? Так, подожди. В смысле осмотреть? А куда его двинуть? Алло. Куда этот ящик двинуть? Да ёпарасоте. Вот то, что он... Куда? Сюда, что ли? Мне ж вроде ничего это не показывает, как... Тут окна какие-то. Стоп. Да нет, там заборы вроде какие-то, нет? Или сюда все-таки? Подожди. А почему он не может... Стоп. Так, а если так? Подожди, отпусти. А если, допустим, я... Подожди. Да в смысле? Ну хрен... Вот хрена ты упал, я думал... Это была большая мусорная корзина. Я задумался, а что французы отправляют в мусор? Хрен его знает. Подожди, а в какую степь тебе надо? Может, туда реально двинуть или... Камера как-то двинется, подожди. Да блин, ну убери ж ты. Ну нам, наверное, явно сюда, да? Блин, только вот проблема в том, что куда двигать не этот злочастный ящик. Может, реально куда-то туда? Подожди, он туда не двигает. Наверное, все-таки куда-то туда, да? На. Стоп, у меня есть подозрение, может, все-таки где окно? Вот это какое-то окно? Может, реально на окно, а потом с окна туда наверх? А ну, получится моя теория? Тихо-тихо-тихо-тихо, подожди, отпусти. Мне просто интересно. Или нет? Нет? А куда? Куда этот ящик злочастный двигать? Подожди. Или тут... Я не мог закрыть крышку, стоя на земле. А-а-а, блин, идиот тупой. А чё ты мне не сказал, что я правильно всё двигал? Ёпарас. Да блин. Блин, убери ты инвентарь. Подожди. Блин, тут не сразу определишь, что делать, куда двигать.
То есть без прохождения, видео прохождения, текстового, оно даже не всегда помогает, когда застреваешь где-то в определенных местах. Меня же никто это не предупреждал. Не, ну что-то в игре есть, что-то интересное. То есть ты вроде бы играешь, с одной стороны, это уже, ну как, чувствуется не как квест, а чувствуется как какой-то адвенчур, приключение в стиле, ну, наверное, Лара Крофт. Ну, старых частей, естественно, Лара Крофт. Так, сюда. Отпускай. Давай. Давай наверх. Так. Ну. Давай. Погнали. Дальше. Куда? В окно? Ну да. Внезапно я почувствовал, что очень боюсь того, что ждет меня впереди. Пофиг. Заходи. Да давай, стоборд. Да. Да сломал бы окно, хотя в принципе... Вот так. Хотя в принципе смысл окно... Окно легко открылось. Да. Лишний шум давать. Нафиг надо, да. Согласен. Я был в книжном хранилище. Текс, книжное какое-то, блин, хранилище, да? Так, наверх, в дверь, наверх. Что это такое, подожди. Это был выключатель. Включай. Ничего не случилось. Бывает, наверное. Ох, как тут темно, пиздец. Так, вот только не говорите, что... Ящики не открывались. Они были надежно заперты. Вот только не говорите, что тут какая-то головоломка с этими шкафами. Я ж вообще там, наверное, обосрусь. Шкаф был заперт, и ключа у меня не было. Хорошо, ключа у тебя не было. А дальше-то что? Это что за дверь? Это выход? Или это вход? О май гад! А что тут делать? Подожди. К окну, что ли, или к чему? Или... стоп, а почему вот этот ящик тут? Вопрос, куда его двигать? Вот это вопрос. Так, стоп. Еще сюда, да? Так, подожди. Так, подожди, а что мы можем сделать? А, снова... А смысл наверх подниматься, вопрос. Типа... Мы же, по-моему, так можем наверх подняться. Или опять предыдущую, типа, головоломку делать. Подожди. Опа-на, там что-то есть или мне показалось? Двигать. Подожди. А как мы двинем? А, прислоним еще и перетащим, да? Ну, если, конечно, мне это логика не обманывает, что нужно делать, то, наверное, так. Так, подожди. С другой стороны возьмись. Сюда, наверное, да? Ух, как тут все запаристо, ребят, я отвечаю. Вроде бы было бы просто, но... Что-то... Да куда ты тащишь? Назад. В другую сторону. Туда, да. Так, теперь. Встать сюда. Перетащить сюда. Да. Перепрыгнуть. И туда потащить. И к окну, да? Жесть. Подожди, сюда, да? Хоп. Так, а теперь. Подожди, а что это нам дало? Что это нам даст? Ух ты, блин! Теперь, короче, вот этот дальний ящик... Стоп, а что за переключатель? Он вообще нам что-то даст, этот переключатель, нет? Раз. Два. Три. И сюда, да? Какие-то журнальчики. Раз. А переключатель точно не работает? Подожди.
О, свет. Комната была обычной кладовкой. Свет в конце туннеля. Тебя ждет дома Неля. Так, подожди. Еще рано? Не можем? Или можем? Чё, блин? В смысле? Или... Не понял. Или... О, я запутался. Или к окну надо было тягать. Да вы гоните. Это что, теперь мне к окну тягать такими темпами, что ли? Ох, я же затрахаюсь такими темпами тягать. Так, стоп, реально? Ну, это реально как-то бредово выглядит. Или нет? Я убью разработчиков, если эти ящики не к окну. Наверное. Жесть. Но... Чё? А что там? Подожди. Да блин, там что-то валяется или мне кажется? Стоп. Опа-на, это что такое? Ладно, давайте перетянем. Может, к окну и не надо? Наверное. Так, подожди. Ну, это мои предположения. И вот этот последний ящик двигаем туда. Какой-то подвал, но я не знаю, нужно нам в подвал, нет? Или нужно, или нет? Да, что-то графика тут ужасающая. Что-то смотришь на все эти текстурки, что-то текстурки тут они не проработались совсем. Да. Ну, наверное, с этим смириться можно. От слова «наверное». Так, стоп. Только не... В полу был встроенный люк. Лестница вела вниз в хорошо освещенный коридор. Окей. Похоже, Бруно мог оказаться прав. Так, что это такое? Подожди. А, это лестница. Блин, мне что-то, знаете, напомнило, типа, такой момент, будто убегать от кого-то в этой пещере. Типа. Интересно, мы все правильно делаем или я? Что? Подожди. А что наверху? Подожди, нам наверх или в дверь? Алло. Подожди. О, подожди, а я дверь хочу проверить. Что это такое? Это был старинный бойлер. Он словно сбежал из фильма ужасов. Да-да-да, я был почти готов услышать доносящиеся изнутри вопли. Дверь вовсе не собиралась открываться. Ну, естественно, о чем я и, в принципе, и говорил, да? Так, а если нам сохраниться... Что, серьезно? Не было сохранений? Да, бывает. Well, well, well. Так, стоп. Угу, а у них тут шоу? Это было что-то вроде репетиции. Как бывший режиссер Народного театра штата Айдахо, я не был новичком в драматическом искусстве. Где это? Мы должны знать место. Я же говорю, я не знаю! Ой. Ага. Разрешите мне сделать это как положено. Я знаю, я могу ее расколоть. Как пожелаешь, Петра. Я вас не боюсь, шайка уголовников. Браво. Фу! Сеньор Сесеро, сэр. Простите, что беспокою. Да, ну что еще? У нас тут внизу масенькая проблема образовалась. Флэп, какого рода проблема? Проблема с проникновением. Проблема с убитыми пацанами. Только дела начали налаживаться. Сусаро. Это была вовсе не репетиция. А девушка, которая честно зарабатывала Оскар, была моя старая подруга Нико. Вы останетесь здесь, мисс Калар. Не пытайтесь ничего предпринимать. Можете надеяться. Что я собираюсь предпринять, как вы думаете? Флэп, не спускайся. Может, попросить помощи зала?
Не спускать глаз, сеньор Сесаро. Меня зовут Сусаро. Сеньор Сусаро. Очень постарайся это запомнить, Флэп. Иначе мне придется убить и тебя. Так, спасение Ника, да. Такс, ребята, сейчас я подойду, и мы, в принципе, вернемся. Возвращаемся к нашим злоприключениям. В принципе. Так. Я тут хочу, короче, сделать кое-что сегодня. Такс. Чтобы мне было удобно положить стаканчик, попить, потому что надо попить. Так, а сколько там по времени? Ага. Да, чуть попозже можно попить. Так, подожди, а что делать? Именно красться, что ли? Вопрос, куда? А там нам в ту дверь, что ли, или куда? Серьезно, через дверь? Подожди. Стоп, не сюда, что ли, а куда? Не пойму нифига. Еще такая музыка заиграла, какая-то интригующая. Что? Подожди, что? Я не мог открыть ее, поскольку она была заперта. Я все время помнил об отчаянном положении, в котором оказалась Нико. Да я понял, что эту Нико спасать. Подожди. Стоп, а что тут? Да ё... Стул. Не, стул нам нафиг не нужен. Подожди. Так. Вот я же говорю, камера тут вообще от бога, в кавычках. Так. Блин, а можно как-то камеру переключить? Нет? Я надеюсь, это он крадется, да? От слова «надеюсь». Так, безопасную зону мы вроде бы прошли. Стоп. Мостки были готовы развалиться на куски. Идти по ним было опасно. А лететь вниз далеко.
Что ты мне предлагаешь? Стоппорт. Светильник слегка опустился, а потом застрял намертво. Чё? И чё дальше? Вперёд! Интересная серия получается. Так, стоп. А, мешки, вот они, да? Я надеялся, это привлечет его внимание. Давай. Руки вверх, приятель. Славно-славно. Николь Калар привязана к стулу. Нужно ее спасать снова. Джордж, не стой! Развяжи меня! Знаешь, это превращается в привычку. Может быть, тебе обратиться к врачу? Ладно, ладно. Ну давай же скорее! Однако тугие узелки. Ага, есть. Если серьезно, ты в порядке? Ага, в полном. И рада тебя видеть. Ты отлично выбрал момент. Это я всегда умел. Ну и как Айдахо, Джордж? Как всегда, прекрасное место для отпуска. Тебе следует как-нибудь туда приехать. Есть друзья, которые меня приютят? Я замолвлю за тебя словечко. А ты молодец. С чего это ты вдруг заинтересовался театром? Я иду по следу парня, который убил одного из моих клиентов. Его зовут Сусарро. Это тот маньяк, который захватил меня. Я знаю, я смотрел из портера. Подумал, что ты отлично играешь, кстати. Спасибо. Хотя я вовсе не горела желанием сыграть в следующей сцене. Да уж, у этих ребят свой особый заскок на слове «тело». Ладно, расскажи мне про Сусарро. Сусарро связан с новыми тамплиерами. Ну, кто бы подумал. Становится ясно, откуда здесь взялся этот идиот. Так почему ты здесь оказалась? Блондинка. Она убила парня, у которого я должна была взять интервью. Я пыталась ее выследить и попала сюда. Мы работаем над одним делом. Просто потрясающе. Только если ты веришь в совпадение. Ты веришь? Нет. И я нет. Пошли, Джордж. Мы не можем сидеть здесь целый день. Это я уже понял. Так. Флэп полагал, что в путь надо пускаться налегке. Только интеллект и пистолет. Что до меня, то я предпочитаю ставить все на интеллект. Но... У Флэпа не было ничего, что я хотел бы позаимствовать. Особенно это относилось ко вкусу в одежде. Так, ну вообще от пистолета бы я бы, конечно, не отказался. Так, а как там спуститься? В смысле? А где там спуск? А! Блин, Ника, ты бы мне подсказала, что спуск здесь. Да ёпарасоте! Где там гримерка с левой стороны? Вот это, что ли? Так. И чё тут? Подожди. Текс. Ага. Там что, справа? Нет, справа ничего, да? Там. Так, с этим лифтом нам надо что-то сделать, я помню. Потому что я у друга когда-то... Что? Что это? Я сунул руку в коробку и схватил какой-то брусочек.
Бестхаймерс номер 7 белый. Ну и чутье у меня. Я нашел коробку театрального грима. Ее вид перенес меня в иной парижский день, напомнив одно мирное кафе и клоуна. Да, ребята, как же я ненавижу клоунов. Ну да, как этот, Сэм Винчестер тоже клоунов ненавидит. Так, а гримерка там? Стоп. Подожди. Да, тут камера, конечно, такая себе. Стоп, это разве гримерка? Бля, подожди. Это серьезно, типа грим... Не подходи ко мне! Я предупреждаю! Что за чертовщина творится с этим парнем? Не входи сюда! Не, прочь! Кто-то напугал его до смерти. Кто-то или что-то. А знаешь что? Здесь он в безопасности, а это что-то, оно снаружи. Сусара он испугался. Нет, так не получится. Ну даже мне сейчас не хочешь сказать, что... Так, стоп. А с другой-то стороны что? Это что ли? Что-то. Подожди. Да блин, уйди. Что там? Ага. А где сейф? Чё? Расшатать что ли? Было похоже, что она поддерживает потолок. Она наверняка стояла здесь не просто так. И чё, эту попросить, что ли, Нико? Нико? Да, Джордж? Я вот думаю, не сможешь ли ты мне помочь? Ну, это зависит от того, чего ты хочешь. Так. В смысле? Подожди, а при чём тут... Блин. Лестница. А это куда ведет? Блин, подожди, а балку... Это было неуместно. Было похоже, что она поддерживает потолок. Она наверняка стояла здесь не просто так. И... А, растопить. Так. Это был распределительный щит театра. Он выглядел очень старым и очень опасным. Было похоже, что полетела пара предохранителей. Остался всего один. Так, подожди. А, грим. Это приходило мне в голову, но я от этой идеи отказался. Потому что его нужно растопить, я понял. Так. Дверь вовсе не собиралась открываться. Да, это, кстати, геморройная глава. Я помню, что тут много чего надо делать. Так, а что тут во второй двери? Либо дверь заела, либо ее просто заперли. Понятно. А здесь у нас что? Опа-на. Боже, Джордж, взгляни. Это что, обязательно? Его грудная клетка просто выгорела. Я видел мертвецов и раньше, но этот парень явный чемпион. Фу. Ух, похоже, на обед у него была курица. Как это могло с ним случиться, Джордж? Ты когда-нибудь обедала в английских ресторанах? Я серьезно.
Не знаю, я юрист, а не патологоанатом. А чё у него? Фу, не верю, что смогу это сделать. Обыскивая его, я мог поклясться, что он на меня смотрит. Кто-то меня опередил. Все, что я нашел, пустая визитница. Ага. Я не представлял, как смогу открыть дверь. При помощи заколки и фольги от жвачки я мог бы собрать примитивное устройство, способное спалить замок. А еще я мог найти карту, которая открывает эту дверь. Подожди. А что мы нашли? И не эта визитница, блин. Кстати, ты же сказал, что типа визитницу у того чувака нашел, не? На нем ничего не было. Его уже кто-то обыскал. Так, ладно. Нам, наверное, сюда рано валить. По факту. Валим тогда сюда. Смотрим, что здесь. Что у нас здесь? Ничего, да? Так, подожди. Там тоже тупик, там закрыто. Да блин. Идем тогда наверх. Да гребаная пимпочка, ну. Да блин. Так. Возвращаемся обратно и смотрим, что мы еще не осмотрели здесь. Подожди. Там. Да грёбаный насос. Так, подожди. Ага, мы тут были. Значит, попробуем пойти в эту сторону. Что тут? Так. Ага, вот мы нашли грим. Но он нам нифига не понадобится. Что? Подожди. Это была просто голова под парик. Стоп. Я понял, Стобарт. Что-то у нас голова под парик. Так, подожди. Опа-на. Ничего, да? А? Какая-то пьеса. Бля. Времени передохнуть и почитать у меня не было. Так. Черт, сейф был заперт. Хотя, если подумать, это было вовсе не удивительно. Подгнивший пол начал проседать под его весом. Ну это мы уже поняли, мы... Чё? Подожди. А, это он про сейф типа говорит, да? Так, сейчас, подожди. А с обратной стороны ничего у нас нету, да? Так, стоп, там мы не пройдем, да? Да блин, пимпочка, бесишь. Ничего, да? М-м. Здесь заперто нафиг. О, смайлик. Так. А попробовать что ли? А что здесь? Тут закрыто. Блин, тут закрытая дверь. Блин, а где эта растопительная херня внизу была? Стоп. Но это ведет туда, походу, да? Подожди. Что еще тут? Так. Угу. Лифт пока рано трогать, да? Так. И куда нам переть? Вопрос. Где его растопить-то? Эту херню. Опа, подожди, что это за дверь? Мы тут были? Заперто. Возможно, с той стороны? А хрен его знает, подожди. Опа, на это что такое? Что за дверь? Дверь вовсе не собиралась открываться.
Да. Окей, а что делать? Я не понял. Если практически тупики на тупики, что делать? Куда идти? Я вообще сейчас заплутаю, ребят, нафиг отвечаю. Так. Хорошо, мы все там ос... А, подожди, а там же был костер или огонь? Что это? Подожди. Или я ошибаюсь? Подожди. А что здесь было? Может... Так, наверх нам пока не надо, да? А чё тут? Опять сцена? Да. Серьезно? Ох ты мать, за стаканчиком идти. Я иду за стаканчиком. Да ёпарасоте. Чтобы его растопить. А, ну в принципе, если только растопить и свалить какой-то там сейф, и искать этот стаканчик, то окей, ладно, оки-доки. Так, подожди. А где он был? Стоп. Где он? Вот он. Так. Теперь комбинировать вместе с... Ага. И к тому столбику возвращаться, да? Ну погнали, чё. Ну, кстати, никто бы не догадался, что нужно взять... грёбаный сраный стаканчик и наполнить его это. Тикс. Блин, это мне что-то эту сцену напомнило из Ассасина третьего. То самое выступление. Так, подожди. Давай. Софит был достаточно сильным, чтобы расплавить краску. Расплавляй. Грим плавился, и от запаха горящего жира щипало в носу. Зато получилось. Отлично. Валим тогда в этот. Так, с этой стороны. Да. Валим тогда обратно вниз. И ищем то место, где мы нашли грёбаный этот, как его... Ну, короче, чтоб сейф упал. Но нам надо еще не только, чтоб сейф упал, но нам надо еще откуда-то комбинацию найти. А мы ее, ну, по сути, должны найти, да, комбинацию. Так, а где он у нас был, по-моему? Стоп, это сам сейф, а нам надо... Или нет, я уже запутался. Это сейф или подняться повыше? А нет, все правильно, слушайте, правильно пошли, а ну. Так. Я надеялся, что расплавленный грим сработает как смазка. Давай. Проклятая штуковина была забита плотнее, чем я думал. Она и не думала двигаться. Ага, подожди. Эй, Нико, не поможешь? Конечно, Джордж. Что я должна сделать? Помоги мне оторвать эту подпорку от потолка. Это очень опасно, Джордж. Просто доверься мне, хорошо? Хорошо. Давай. Так. Господи,
Это такой способ взлома сейфов. Ты не говорил, что собираешься заодно взломать мой череп. Просто заурядная мелкая ошибка в расчетах. Ты ведь меня знаешь, Нико. Если бы не она, я бы тебя не узнала. Так. Внутри были два предмета. Магнитная карта и какой-то удивительный артефакт. Он был вырублен из камня и инкрустирован какими-то странными кристаллами. Господи, Нико, посмотри на это! Что это? Чем бы ни была эта вещь, для Сусара она очень важна. Подбирай. Важна. Ну? Внутри сейфа ничего не осталось. Так, ну теперь, по-моему, осталось валить в этот. О, так, подожди, а... С этим чуваком мы больше ничего не можем сделать? Я подумал, не стоит ли в этом разобраться? Нет, наверное, не стоит. Сквозь дверь слышалось бормотание. Кто-то был внутри, вышагивал по комнате и говорил сам с собой. Ладно, пофиг, идем это, магнитные карты открывать. Ёпарасоте. Тикс. Погнали. Не будем сильно задерживаться. Так. Подожди. Эй, Нико, лифт! Ну? Погнали. Чё там? Мы можем поехать вниз. Или вниз. Знаешь, я по тебе скучал. Я по тебе тоже. Значит, квиты. Поехали. И по твоим тупым шуткам, да? Стопор. Подколол Ника. Так. Чё тут? И что? Чё за пещера? Так, подожди, вы что хотите сказать, это здесь где-то придется валить, да? Блин, не хотелось бы мне так думать. И главное, нету еще это. Сохранение, чтобы... А, нет. Еще нет. А, нет, этот момент, да? Твою мать. Смотри, Нико. Что это, Джордж? Какой-то символ, вырезанный в камне. Наверное, они нашли его, когда рыли тоннель. Похоже на раздвоенную молнию. Интересно, что это такое? Выше моего понимания. Да. Да блин, ну какого хрена ты? Пропуск Господи, не нажимаешь. Бруно был прав. Джордж, это прекрасно. Кто мог построить такое? Точнее, зачем? Там есть мостик к центру. Пошли посмотрим. Офигенно, как прекрасно. Нас могут, блядь, завалить. А она говорит, прекрасно, блядь. Конечно. Сейчас завалят нафиг. Джордж, посмотри. Что-то вроде энергетического луча. Сила дракона? Давай посмотрим внутрь. Похоже на какой-то камень. Ух ты. На одном и том же месте тысячи лет. Ай, что за черт? Нико, ты видела? Видела, Джордж, но я не верю. Очень странно. Ты ей нравишься, Джордж. А кому нравлюсь? Так, подожди. А нам дадут сохраниться, нет? 30-35? Магическое прям число. Джордж,
Что произошло? Еще минуту назад она была твердой, как камень. Не знаю, это странно. Что ты взял? Похоже просто на плоский камень с каким-то символом вроде омеги. Ты что делает камень в силовом луче? И почему я не могу туда пролезть? Вот уж не знаю. Харизма. Ты поосторожней, братец. Так. Давай, валим. Чё? А это что еще за фигня? Что происходит? Эти парни в ужасе. Всего один человек. Почему они разбегаются? Джордж, скорее! Кто-то поднимается на лифте. О нет, это Сусарро. Он и подружку захватил. Нико, мы не успеем пробежать мимо лифта. Ищи, где спрятаться. Ну... Давай. Что он тут делает? Как он смог пройти мимо охраны? Эта охрана – дрянь. Они не понимают, что поставлено на карту. Рассредоточиться. Продолжайте искать. Валим, 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 валим. Валим, ребята, валим. Так, давай. Петра, вот они! Убей их! Скорее, Джордж! Сюда! Блять! Да блин! С превеликим удовольствием! Подождите, подождите! Мы можем это обсудить! Поздно! Стой! А это что еще за фигня? Да блин, вы что серьезно? Происходит? Эти парни в ужасе. Как это пропустить? Всего один человек. Почему они разбегаются? Джордж, скорее! Кто-то поднимается на лифте. О нет, это Сусарро. Он и подружку захватил. Нико, мы не успеем пробежать мимо лифта. Ищи, где спрятаться. Ну. Что он тут делает? Как он смог пройти мимо охраны? Эта охрана – дрянь. Они не понимают, что поставлено на карту. Рассредоточиться. Продолжайте искать. Давай. Такс. Ну, естественно, нам нельзя. Петра, вот они! Убей их! Угу. Скорее, Джордж! Сюда! Блядь! Блядь, но... С превеликим удовольствием. Подождите, подождите. Да блин, ну я понял, что мы не... Да. Да. Попробуй загрузить. Шикарно. Джордж, что произошло? Еще минуту назад она была твердой, как камень. Как эти сцены пропускать? Не знаю. Блин, это да странно. Что такое? Что ты взял? Похоже просто на плоский камень с каким-то символом вроде омеги. Да что делает камень в силовом луче? И почему я не могу туда пролезть? Вот уж не знаю. Харизма. Ты поосторожней, братец. Валим. Так, подожди. Можно здесь сохраниться? Подожди. Да. А это что еще за фигня?
Что происходит? Эти парни в ужасе. Всего один человек. Почему они разбегаются? Джордж, скорее! Кто-то поднимается на лифте. О нет, это Сусарро. Он и подружку захватил. Нико, мы не успеем пробежать мимо лифта. Ищи, где спрятаться. Ну? Давай, твою мать. Что он тут делает? Как он смог пройти мимо охраны? Эта охрана – дрянь. Они не понимают, что поставлено на карту. Рассредоточиться. Продолжайте искать. Давай. Петра, вот они. Убей их. Скорее, Джордж, сюда. Бля. Давай, давай, у меня почти получилось, ну. Давай. Не тормози, ты, дебилка блондинистая. Чтоб тебя. Подожди. Джордж, я подержу двери, чтобы лифт опять не уехал вниз. Попробуй придумать, как заблокировать двери иначе. Давай. Сейчас, подожди. Давай. Мне это было совершенно без ни к чему. Без нужной карты дверь не открылась бы. Да блин. Не имело смысла даже пробовать. Да подожди ты, твою мать. Как? Подожди. Подожди, что там сказано? Подожди, ну в смысле? А ну? В каком плане? А, ты... Я знал, что Гарри не обидится, что я вот так вот воспользовался его открывалкой. Хорошая мысль, Джордж. Слава богу. У нас получилось. Капец. Но это было потно, потому что тут все работает практически этими скриптами. Так. Угу. Отлично. Так, а что нам дальше делать? А, под сцену. Давайте под сцену. Так, подожди. Имеется в виду наверх, да? Все же правильно мы идем. Угу. По-моему, да. Так, ну по-моему нам в лифт. К лифту. Такс, подожди, а где лифт был? Стоп, это не лифт. Нам именно лифт нужен. Так, стоп. По-моему, лифт где-то здесь. Так, а что с ним делать? Так. Огромная куча противовесов для люка. Если бы я не бросил ходить в спортзал, я бы смог все это поднять. Чё? Подожди. Кого просить? А, о как.
Ага. Так, подожди, а с Ником можно поговорить? Иди сюда. Алло, как с тобой поговорить, Ника? Там стояли часовые. Если бы я пошел здесь, они бы меня услышали. Окей. Так, подожди. А что с Никой нельзя-то поговорить? Ну ладно. А, через ту лестницу, да? Джордж, куда ты? Мы должны отсюда выбраться. Доверься мне, Нико. Этот путь безопаснее, и снаружи меня ждет друг. Ага. Так куда исчез Бруно? Месье Стюбарт, Неспа? Да, верно. Мои извинения, месье, но я должен забрать у вас ключ. Джордж! Скорее, мадемуазель! Мы должны переместить его в безопасность. Они сумели его открыть. Они взяли... Они взяли все. А, это создает большие неудобства. Теперь нам нужно все это вернуть. Как мне их найти? Не волнуйся. Я знаю, куда они пойдут дальше. А что здесь? Неважно. Здесь наша работа окончена. Этот Стюбарт, он обладает силой. Я знаю. Это беспокоит. Но проблемой не является. Убей их, Петра. Для меня. Обоих. С удовольствием. Вот так-то поворот. Событий, да, ребят? Он приходит в себя. Откуда ты знаешь? Андре, пожалуйста, давай без шуток. Это был сильный шок. Как ты думаешь, что я почувствовал, когда ты притащила его сюда? Без резких движений. Джордж. Ощущение, как будто меня подключили прямо к лэп. Вы очень счастливый зайчик, Джордж. Есть новости. Плохие и хорошие. Как обычно. Давай сначала хорошие. Когда на тебя напали, ты успел кое-что стянуть. А плохие? Тот, кто на тебя напал, украл артефакт с кристаллами и смылся. Но это ведь еще не все плохие новости. Разве не так? Ух, не глупи, Джордж. Мы с Андре просто хорошие друзья. Очень хорошие друзья. Ты не меняешься. Ты тоже. Хватит, Андре. Ты схватил вот это, когда падал. Странная штука. Вы разобрались в обозначениях? Они совсем поставили нас в тупик. Нам нужно объединить свои знания. Ты права, Нико. Бруно, ты этих двоих не подтянешь? Нет, мне бы не хотелось. Я имею в виду, расскажи вкратце то, что знаешь. Ах да, конечно, да. Откуда мне начать? Расскажи им о культе дракона. Ах да, культ дракона был основан Сусарро после смерти великого магистра Сент-Ниненсе. Он собрал то, что осталось от новых тамплиеров, и превратил их в свою собственную организацию. Получается, он должен был бы вас благодарить, а не пытаться убить. Он продолжает работу, начатую великим магистром, используя то, что они называют силой дракона, для собственных целей. Сила скоро достигнет своего пика. Она движется циклами, каждый длиной в 12 тысяч лет. Текущий цикл приближается к зениту. Сусарро знает, где находится храм дракона. То, что позволяет стимулировать силообразование. Это как Сент-Ниненс. Там фокусируется естественная энергия.
Так. Угу. Этот камень мы нашли в театре. И? Я видел точно такой символ раньше. Милый Джордж, это греческая буква Омега. Ты просто не мог не видеть ее раньше. Нет, я хочу сказать, в точно таком же начертании. Разумеется, Конго. Да, верно, в пещерах. Прорезь в стене. Совершенно точно. Так. А что обнаружил ты, Андре? Похоже, что Сусарра как раз сейчас пускает секреты рукописи Войнича в дело. Но Вернон, перед тем, как его убили, сумел разобрать только часть манускрипта. Однако он выяснил, что ключ Соломона каким-то образом играет критическую роль в плане Сусарра. Что такое ключ Соломона? Это древняя книга, которая, как полагают, заключает в себе мудрость Соломона. Ба! Что за обман? Это древнее каменное устройство, инкрустированное кристаллами. Ага. Это та штука, которую мы взяли из сейфа. Наверное, тот, кто снова отнял ее у нас, был одним из людей Сусарро. Или человеком из совершенно иной организации. Но какой? Кто знает. Этим людям не нравится, чтобы их упоминали в книгах по истории. Такс. А ты что думаешь, Нико? Я все думаю про диаграмму. Это точка пересечения силовых линий? Есть возможность, но я никогда такой не видел. Возможно, так Сусарро и выяснил месторасположение храма. Да, да, вы правы. Понятно. Каково назначение ключа Соломона? Помните, я рассказывал вам о храме дракона? Основной источник силы. Там есть машина. Они называют ее сферической астролябией. Когда она в работе, ключ используется для того, чтобы создать огромный выброс силы дракона. Если Сусарро сумел запустить астролябию, почему он еще не воспользовался ключом Соломона? Зачем тогда хранить его в сейфе в Париже? Потому что воспользоваться ключом вы должны точно в нужное время. Вы должны успеть и сорвать это яблочко. Вы хотели сказать попасть точно в яблочко? Попасть? Не сорвать? Нет, не знаю почему. Ладно, яблочко будет висеть всего несколько дней. Сусарро ждет, пока оно появится. Понятно, все что ли? У нас есть множество зацепок, но я думаю, нам еще работать и работать. Единственный надежный след – это артефакт и пещера в джунглях. Кажется, я понимаю, к чему дело идет. Ты права, Конго. Я хотел вернуть джип, но не нашел кому. Так что я замутил себе типа таксопарк, чтоб скучно не было. Нам повезло, что мы вас нашли. Да, очень повезло. А то, вы местных сюда ехать не заставите. Я останусь здесь. Буду смотреть в оба. Только счетчик отключи, окей? Ха, очень смешно. О, прикольно выглядят. У нас уже Конго, да? Да, прикольно. Текс. Че, с тобой потарахтеть можно? Этот чувак. О. Теперь тоже точно сейчас будет в стиле Индиана Джонса, да? Так. Гарри, ты в порядке? А как же, брателло? Ну теперь должно быть полегче. Так. Нико? Да, Джордж. Вот это здесь, Нико. Мастерская Халмондали. Дверь с Омегой прямо там, внутри. Ладно, пошли. Да-да-да. Так. Скорее всего, последним, кто запирал эту дверь, был Сусарро. Получается?
Не. Так, а что нам тут делать? Так, подожди, сейчас я тогда... А, тут не одна страница, ну ладно. Так. Подожди, а где ломик? У нас ломик есть, что ли, или как? А, ну да. Так, подожди. Так, попросить Нико. Похоже, двери очень крепкие, Нико. Замок тоже. Поможешь? Вдвоем мы могли бы их открыть. Так. Тяни, Нико, тяни! Так. Грамотный подход, Джордж. Не очень элегантный, зато действенный. Мадам, элегантность – это за другие деньги. О, опять та машина. Бывает, бывает. Мы тут уже были. А чё толку? А, туда вставить. Так, подожди. Ого, нифига себе. Эй, чувствуешь? Легкое землетрясение, я думаю. Да, чувак, привет. Я смотрю, тебе тут хорошо, тебе отдыхается, да? Так, ну пока все в принципе логично. Эту вставить? Камень той же формы, что и прорезь. Он наверняка сделан специально под нее. Эй, Нико, я думаю, это что-то вроде ключа. Что-то происходит. Странно, а? Камешек из Парижа открывает потайную дверь в Конго. Знаешь, эту штуку построили не просто так. Тогда нам надо смотреть в оба, чтобы не влететь в ловушку. Ха. Сейчас, походу, в стиле Индиана Джонса будет, да, ребят? Опа-на. Смотри, Нико. Вот этого мне и не хватало. Еще один покойничек. Но как он попал внутрь? Единственный ключ у нас. Думаю, через крышу. Теперь будет знать, как вваливаться без приглашения. Так, ну я точно уверен, что нас шипы... проткнут. Так, чё у нас в этом блокноте пишет этот Джордж? Чё? А. Так. Лаборатории Конго. Стоп, подожди, а как перелистывать? Умирающий предупредил Сусара. А, ну это понятно. Так, подожди. И все, да? И что нам делать? К стене. А, вот она что. Да, мы реально какие-то Нейтан Дрейк прям. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ру-ру. Ого! А это нелегкое. Согласен. Крипово. Честно, я даже сам не ожидал, что так закончится, да.
Так, подожди, а как это, Нико, продвинется вопрос? Как отключить шипы? Так, стоп. Теперь и камень, что ли, тащить, или как? Логика, подожди. Или чё? Что? В смысле? Не понял нифига. Так, подожди. Уф, близкое попадание. Я так понимаю, что мы вот так теперь должны делать, да? Блять. Джордж! Ну, хотя бы отсюда и то хорошо. Первая смерть. Я надеюсь, она с нами пойдет, или мы просто так, блин, перебиваем этот камушек, а? Я не думаю, что... Тихо. А как мы... Стоп. Так. А, тут два ящика, блин, вы бы сказали, народ. Я-то и думаю, что не может быть один ящик, подожди. Стоп. Давай. Стоп, а где второй ящик? Так, подожди, а где... Теперь давай поосторожнее. Подожди, в смысле давай? Где там второй ящик, алло? Я попробовал надавить на стену, но это ничего не дало. Подожди. Надо было придумать что-нибудь поумнее. Тихо. А где второй ящик там? А, подожди. Стоп, а второй ящик случайно не... Там, где я думаю, стоп. А как обратно? А как обратно перебрать? Понятно. Это я слишком... Недосмотрительный, блядь. Я не думал, что тут два камня. Так, подожди. Триц. Триц. Тариц. 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 В смысле? Опа-на, а чё у трупа? Фу! Меня сейчас вырвет! Здесь тряпка с какой-то эмблемой! Подожди! В неё что-то завёрнуто! Больше на парне ничего не было. В смысле? Подожди. Какого хрена? Чё? А поч...
а почему он дальше не двигается, алё? Джордж! Я что-то нифига не понимаю, подожди. Саботаж. Так. Было бы так просто этот саботаж еще устроить, блин. Да блин. Тут еще, блин. Управление такое косячное, блин. Так, подожди. Теперь не двигай. Теперь двигай этот. Так. Игра, блин, ничего не объясняет, и еще надо догадываться, что делать. Это вообще трэш. Так. Допустим. Больше на парне ничего не было. В смысле, ты уже взял это, что ли? Или... Так. В смысле? Я осторожно развернул ткань. Это был шарф с вышитым рыцарским гербом. В шарф была завернута металлическая пластина. На ней была изображена молния. Так. Шестеренки? Подожди. А где там среди стены шестеренки? Да блин! Подожди. Среди стен. Каких? А, вот. Тьфу ты, блин. И что использовать? Хлипкая штука. Ею шестеренки не застопорить. Так, а если, допустим, палка металлическая? Давай, Нико! Теперь должно быть не опасно! Лучше, чтобы ты оказался прав, Джордж! Давай скорее, ладно? Я ее долго держать Джордж! Не смогу! Руки я туда не собирался совать ни при каких обстоятельствах. Так. Угу. Ладно, погнали дальше. Да ёпара СТ. Так. Текс, вот и головоломки. 4, да, походу? А где Ника? Алло, иди сюда. Где ты там, женщина? Чё ты там стоишь? Ника, блин. Нико?
Да, Джордж? Наверное, эти копья его здорово удивили. Надеюсь, он недолго мучился. Я вовсе не собирался это делать. Да блин, подожди. Сейчас. Где она там? Да в смысле? Ничего с ней взаимодействовать нельзя, да? Гениально. Пошли. Она будет с нами идти или нет? Женщина. Ух ты! Ясно. Это наверняка путь наружу. А это наверняка непростые плитки. Да понятное дело, что непростые, так. Подожди. Я знаю, ты решишь, что я псих, но мне надо, чтобы ты постояла на этих плитках. Конечно, Джордж! Так, рыба. Где рыба? Встань, пожалуйста, на плитку с рыбой! Так, подожди, рыба это у нас... вот это, да? Тикс, стоп. Бля, как же неудобно, сука. Так, теперь... А как и потом дальше команды-то говорить? Блин, а дальше-то как? Эй, Нико! Пей Вико, да? Так, подожди. Скорпион где? Вот этот? Встань, пожалуйста, на плитку со скорпионом! Тикс. Блин, знаете как сыкотно, когда ты идешь? Вот это еще трэш. Ты боишься, чтобы за эти уголки не зайти. Так, а там после этого что еще? Так, змея, а потом рыба. Так. Встань, пожалуйста, на плитку со змеей! Так, подожди. А почему? Что-то не так, подожди. Рыба. Скорпион, змея. Может, снова змея? Нет, снова скорпион, да? Чёрт. Может... тьфу ты, блин. А можно было предупредить, нет? Теперь змея, да? Подожди. Yes, of course. Так, подожди, змея. И, по-моему, потом у нас идет рыба, да? Логично. Рыба. Встань, пожалуйста, на плитку с рыбой! Отлично, а после рыбы птица, да? Или что это? А птица у нас где? В Караганде, да? Сейчас, подожди. Встань, пожалуйста, на плитку с птицей! Так, и получается потом скорпион, да? Так, подожди. Скорпион. Подожди. Подожди, скорпион. Ага.
Скорпион, змея, птица. Подожди. Скорпион. Бля, как же сложно. Подожди. Пам-пам-пам-пам. Так. По-моему, если я не ошибаюсь, скорпион, теперь змея. Змея. Так, а после змеи птица. А где там птица? Птица, птица, птица. А, птица, по-моему, вот это будет, да? Бля, как же неудобно, чтобы за рамку не зайти. Птица, птица. А, вот вижу птицу, стоп. Так. Птица. А после птицы рыба, скорпион. Подожди, рыба. А где там рыба? Стоп. Или я не на ту птицу пошел? Рыбу я там не вижу явно. А-а, не то. Подожди. Снова змея. Так, снова змея. Значит... Так, змея, змея, змея. А, вот, вижу, не на ту птицу мы просто пошли, да, ребят? По-моему. Так, подожди. А вот теперь, по-моему, знак этой. Стоп. А это точно птица? Нет? Почему? А-а-а, птица. А до птицы что было? Змея. Так, ну на... Ну вот же птица типа была. Она же типа продвигает нас, нет? Вот. Птица разве нас не продвигает? Птица. Вот эта птица нас не продвигает, разве? А вот, подожди. Вот же птица. Чё за бред? А потом что? После птицы. Вообще пишут рыба. А где тут рыба? Подожди. Не, нифига, рыба не подходит. А-а-а, птица. Какого хрена? Подожди. А может имеется в виду? Снова птица или змея? Эй. Это снова птица, значит работать будет только змея. Блин. Блин, какого хрена? Подожди. А, у меня остается единственный вариант посмотреть птицу здесь. Именно птицу. Не, нифига. Птица не катит. Снова змея. Может, реально на ту птицу сходить, который здесь? Стоп, а здесь, если птица какая будет, подожди. Нифига не катит, да? Блин. Стоп. Змея. Так, а если пойти, допустим, сюда,
и выбрать, что там после змеи было сказано. Птица. А, вот, птица-рыба, точно. О, подожди. Птица. Теперь, походу... Стоп, рыба? А почему рыба? Точно. Подожди. Рыба. И, по-моему, птица, да? Нет. Нет, не птица. А если, допустим, скорпион? А после скорпиона... Подожди. Змея? Точно, змея. Эй. Подожди, змею выбирай. Да, мы дошли, ура! Ой, как это было геморройно, ребят, это жесть просто. А мы хоть сюда пошли, нет? Давай. Ну? В смысле, ты не поднимешься? Куда ты тянешься, Джордж? Поднимайся, блядь. Эй, Нико, на этой стороне плитки не нажимаются. Я пойду вперед и посмотрю, как тебя провести. Хорошо, Джордж. Я буду здесь. Ага, точно. В дальнем конце коридора был выход наружу. Но пола осталось мало. И чё? Вниз, что ли? Серьезно? Джордж, да ты правда какой-то Найтан Дрейк. Просто. Так, стоп. А дальше куда? Влево, что ли? Подожди. Ку-ку, куда ты там тянешься? Давай. И? И что это мне дало? А смысл мне наверх подниматься? Ничего не пойму, подожди. А, перепрыгнуть, блядь. Точно. Стоп. А, ну да. Найтан Дрейк. Мы почти как Найтан Дрейк. Чё? Серьёзно? Тикс. А дальше чё? Просто спрыгнуть? Рили? Так, стоп, а это что такое? Стоп. Кристалл врос в камень. Вынуть его было невозможно. Ну давай, помощь эту. Я бы ни за что не стал делать это. Чё там? Чё? Что нам делать? Непонятно что, но что-то делать, да? Что за... Нифига тут этих кристаллов. Так, стоп, а что с этим камнем сделать-то надо? Вот с этим... Подожди. А случайно не надо его двигать? Стоп, а куда? А куда его тогда двигать? Влево, что ли? Подожди. Только вопрос, а смысл его двигать было туда? Не,
ничего не пойму, но очень интересно, да? В кавычках. Блин, ну только не говорите, что мы на этой моменте застопоримся, вот честно. Не люблю я такие вот... Хотя, подожди. Может, мы и не застрянем, наверное. Подожди. Так. Подожди-ка. Двинуть, наверное, сюда. Да? Только... Да блин. Давай, забирайся. Только вопрос, нафига мы это сделали? Типа, двинули вот этот... Да блин, ну... Точнее, двинем вот этот камень сюда. Непонятно, типа, зачем. Мы не можем, типа, дотянуться до этой стены, что ли, или что? Вроде нет. Или мы не можем до той стены дотянуться? А, подожди, нам просто нужно было, типа, подскочить, что ли? Подожди. Ну-ка. Стоп. Нет. Ничего не появляется, серьезно. Так, подожди. Ага. Мы его сдвинуть туда не можем, да? И что это дало? Так, я что-то не пойму, а куда теперь нам все эти двигать штуки? Или подожди, или мы его можем все-таки сбросить, этот камень? Так, подожди. Если мы можем его, типа, сбросить... Мы можем, да, его сбросить или нет? Не пойму, для чего он тогда нужен? Джордж, ты же его сможешь сбросить, нет? Или как? Нифига, да? А нафига тогда вопрос, мы их двигали... Как этот хренов терминатор. Какой мост? Вот этот? Или какой? Стоп. Ой! Да. Этот мост. Значит, подожди. Значит, включаем мозги. А мозги у меня включены уже. Почему? Потому что... Короче, что нам надо делать? Короче, брать вот так. Так, а вот у меня вопрос. А почему я не могу передвинуть... Да блин. Да. Не ту кнопку жму постоянно. Так, подожди. Стоп, в смысле? А, подожди, а куда он двигается-то? А как теперь обратно? Вот она чё. Игра думала, что я не догадаюсь. Короче, надо нижний камень. Вот этот, ребят, вы сейчас все поймете. Отпускай. Да, тут все работает на физику. Ну, довольно интересно. Заставляет не просто играть, а еще и задуматься, что типа. Мозги включай, парниша.
Такс. Теперь даем проем в этот камень и перетаскиваем тот, который, да, дальний. Так. Отлично. Так. Я-то, в принципе, понял, что к чему и почему. Так. Давай. Джордж. Стюарт. Так, подожди. Хоп. Хоп. Так, а теперь его подняться бы. Да не на этот камень, Джордж. Да блин. Вот тупой. Так. Забираемся на камень и двигаем его с той стороны. Так, стоп. Давай. А! Все, теперь он просто не будет нам мешать, да? Хопа! Все просто. Что-то мне это не нравится, ребята. Все эти головоломки. Что-то вот это уже совсем пиздец. Так. И что я из этого должен понять? Как это проходить? Зал. Там. Да, что-то загадка с линзами, вот это будет, походу, какой-то пиздец. Так. И чё? Эта штука была невероятно тяжела. Не сдвинешь? Угу. Здорово! Переключатель заставил центральное кольцо повернуться, и силовой луч изменил направление. Угу. И чё это мне дало? А чё, только один пульт, что ли? Не пойму. Или мне эти лазеры искать? Подожди. Чё за фигня? Чё-то я нифига логики не понимаю в этой всей структуре. Так, подожди, а там комната, да? Что? Что-то не хватает или что? Прикосновение к панели никакого эффекта не дали. Прикосновение. Сейчас она, похоже, была неактивна. Я ничего не понял, что ты там трындычишь. Подожди. Над выходом был символ молнии, точно такой же, как в Париже. А что там внутри-то? Что за... А? Что за фигня? Подожди, я должен включить, что ли, или чё? Ох ты мать, и как это работать должно? Твою же мать. Ёпарасете. Сколько тут крутить этих штук, а? Как они работать должны, я не пойму. Ёпарасете. Реально какой-то ёпарасете. Чё? Подожди. Четыре. Типа врубилось.
4 этого, что ли? Подожди, а какое у них местоположение должно быть? Объясните мне, пожалуйста. А? Да ёпарасоте. Капец. Блин. Да. Чувствую, нам придется здесь потом затрахаться. Затрахаться, да? Блин, да вы серьезно? А как я буду потом это проходить? Алло, вопрос. Жесть. А как я это потом пройду? А если сохранения не было? И вообще вот это все как проходить? Капец! Ну тут без видеопрохождения хрен пройдешь эту залупу, я отвечаю. Вот это, кстати, вот такие головоломки. Что-то вообще полная жопа. И здесь, и там, и целый мир напополам. Блин, да что за фигня? Ничего не пойму. О-о-о. Вот и напрягающая сторона, блин, ты. Сторона игры. Это сколько получается? 2 часа практически. Текс. Тикс. Ладно, я думаю, наверное, именно на этом мы вот эту часть прохождения закончим. А в следующем части прохождения, наверное, уже начнем мучиться с этими головоломками. Потому что я думаю, что отсюда начнется жесткач. Сами понимаете, долго это все проходить. Ну, это уже будет третьим стримом. Может, либо третий, либо четвертый стрим уже будет, может быть, финальный. Да. А так, спасибо, что смотрели. Эта серия была насыщенная. Погоня от Петры была очень, в принципе, нелегкая, жестокая, напрягающая в плане управления даже с джойстика, а на клаве это вообще кошмар, трэш. Ну а с вами был Казоку Фэмили. Всем до новых встреч, всем до скорого, всем удачи и всем пока-пока.